Я Войцеховский Андрей Антонович, гражданин Украины, гражданин Харькова. Выступаю против закрытия трех ведущих каналов города Харькова. Я против того, чтобы в Харькове нарушалась свобода слова. Я против того, чтобы наши суды медленно рассматривали дела телеканалов. Суды проходят с интервалом в 2 месяца. Хотя наши дела необычайно активные каналы, и можно было бы проводить в течение, через каждые 2 недели. Причем суды каналы выигрывают, а их переносят, переносят и переносят. Также я против травли наших людей, наших журналистов, директоров каналов АТБК и ФОРА. Их двери обмазывают кровью, им высылают угрожающие письма, им присылают землю. Наша Харьковская прокуратура абсолютно не обращает на это внимания. Позор Харьковской прокуратуре. Я против того, что харьковчане получают однобокую информацию. Только информацию ГЕПА-ТВ, что все у нас в Харькове хорошо, что все оно прекрасно, полный одобрямс. Перестали совсем выходить передачи «Я против». Выходит только передача «Я за». Позор городу Харькову. Позор харьковчанам, которые выбрали такое руководство.